Предисловие относится к теме вдохновения и к теме вообще, кто у кого учится и зачем учится. Учиться надо всегда. Вот такая преамбула. Это и не Ленин первый об этом сказал, а я сейчас подумал о наших импрессионистах, да, которые больше ста лет назад носились туда-сюда по Нормандии, в том числе вот здесь, вот и Мон-Сен-Мишель. Очень хорошо его рисовали. Но я сейчас почему-то подумал не о Мон-Сен-Мишель, да, а чуть-чуть о другой истории. О том, что в середине, где-то в 60-х годах 19 века, Европа и вообще весь как бы, цивилизованный мир открыл для себя Японию. К чему-то я вдруг про Японию заговорил. Потому что во Францию, в частности, если уж связать это с импрессионизмом, хлынули продукты из Японии. Да? Чай, какие-то ткани, культурные предметы культуры и так далее. Мир узнал о том, что есть какая-то закрытая страна интересная, а художники узнали о японском искусстве, европейцы узнали о японцах. И гравюры, в частности, Хокусая, есть японский такой товарищ, который жил, получили очень широкое распространение, они стали очень популярны. И в свое время этот товарищ Хокусай, я почему сейчас о нем вспомнил, он нарисовал, он сделал, изготовил 36 видов фудзи, гравюры, знаменитый цикл. Отсюда пошло увлечение, мне кажется, то есть я сейчас не утверждаю это наверняка, художники начали рисовать циклами. То есть вспомните, Мане, да, Руанский собор, неимоверное количество работ сделал и утром, вечером, и в мокрую погоду, и в жаркую, разные абсолютно виды. Но 36 видов фудзи, конечно, вскружили голову в свое время европейцам, художникам, импрессионистам. И мне сейчас вот этот вид напоминает как раз один из видов фудзи. Мы видим Мон-Сен-Мишель, возвышающийся над этим и над пространством вокруг нас. И его можно обходить издалека. Он виден за 50 километров, как гора Фудзи. Он возвышается над Нормандией. Чтобы его увидеть, не нужно уходить далеко. И так же, как в свое время Хокусай, мы сейчас нарисуем не 36 видов фудзи, а один, но очень интересный. Пускай это будет такая великая волна, большая волна в Канагава. Да, помните, такая волна заворачивается, там лодочка такая с этой волны. Очень страшно, и маленькая гора такая фудзи над этим, там, где-то вдалеке. У нас сегодня очень драматическая погода, вы в этом все убедились. Хорошо, что нас приютили, нас спасли, накормили, кормили долго. Но мы сейчас это все компенсируем, и я попробую сделать вот что. Реальность, она вот такая сейчас. Дождливо, тучи, деревья и так далее. Но я попробую сейчас еще внести еще больше элемент драматизма. Я заставлю деревья клониться от ветра. Я пущу ослика по этой дорожке. Вернее, не ослика, а двух осликов, которые тащат телегу. Спутниками, которые... А там на горе горит огонь. История. Вот. Ну, возможно, что-то я выкину. Ну, ладно, но что-то останется. Итак, начинаем.